Всем привет! Я Коди, и это рубрика «Бред от Коди». И сегодня у меня очень актуальный выпуск, а именно как пережить коронавирус. Итак, первое, что вам нужно сделать, это самоизолироваться. И что опять сделал этот Коди? Ах, меня так уже все достало. Ты не представляешь. Тиффани, Брайан, спасайтесь! Отойдите от друг друга! Придурок! Что? Коронавирус везде! Нам нужно всем сидеть на карантине! Совсем уже поехавший. Это точно. Чего тебе, Коди? Выкини! Что? Вот эту бутылку выкини! Ты что сделал? Иди теперь покупай мне новую! А кто знает? Может, на ней коронавирус? Так, следующее. Запаситесь гречкой и всякими нужными вещами. Только гречку все раскупать начали. Да ну и пофиг, я все равно гречку не люблю. Но все равно надо же себе запас еды купить. Шаг следующий. Вообще ни с кем не общайтесь. Шаг следующий. Ходите в маске. Да, представляешь, я нашла его в Инстаграме. Знаешь, я даже не думала, что он есть в Инстаграме. И, короче, узнала о нем много чего нового. Вау. Чего тебе, Коди? Ну и что дальше? Ну и только так вы сможете пережить коронавирус. С вами был Коди, и это была рубрика «Бред от Коди». А вообще, не паникуйте из-за этого коронавируса, это же ведь все фигня. А может быть даже и нет. С вами был Коди, и всем спасибо за просмотр, и всем пока!